Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я рад приветствовать гостей и зрителей канала Live Австрия ТВ. Сейчас мы с вами узнаем, сколько же стоят продукты первой необходимости в магазине Hofer. До этого, еще в начале блогерской деятельности, я делал маленький обзор на цены из магазина Билла, а точнее на продукцию Клевер, где многие могут посмотреть, кто еще не видел этот ролик, и сравнить цены. Но что хотел сказать перед тем, как мы купим покупки в магазине Hofer, что Hofer магазин — это такая торговая сеть, довольно известная по всей Европе. И, как правило, в магазине Hofer вы очень редко увидите, чтобы были свободные кассы, постоянно люди, постоянно что-то покупают. Это такой магазин, такой, который пользуется большим спросом, по крайней мере, в Австрии. И сейчас мы купим продукты, опять же, первой необходимости, важные продукты, помимо мяса. И я попробую, конечно, сделать сейчас, если получится, просто показать, сколько стоит мясо. Отдельный отрывок вам, видео или фото из магазина, чтобы примерно знать, что сколько стоит. Я думаю, начнем делать покупки. Медленно надо делать, чтобы это цены... Не, лучше фото. Собственно, мы закончили уже покупать наши продукты, купили уже их. Купили, конечно, не только это, а и для себя другие продукты купили. Но, так как этот ролик вот посвящен таким основным продуктам, где-то что-то, может, мы упустили, что-то мы забыли, возможно, что-то лишнее взяли, кто-то скажет. Ну, на вкус и цвет товарищей нет, типа такого что-то. Что мы купили? Сейчас вот картошка. Вот такая картошка чистая, 5 килограмм. Купили мы также, чтобы вам не соврать, 2 килограмма лука, 1 килограмм морковки, 1 пучок лука. Итак, что еще купили? 6-7 пучков чеснока, 3 килограмма, по килограмму 3 пачки муки, вот такой рис, 2, потом макарон тоже, килограмм пакет макарон и килограмм вот таких длинных, таких пакет называется. Купили сахар, килограмм, и вот соль австрийская, сколько она, сейчас я вам скажу, вот полкилограмма соли, ну, куда без масла сливочного. Одно пока купили пачку сливочного масла, сейчас я булочку беру. Так. Что еще я хотел показать? Ну, 2 майонеза по 275 грамм взяли. 2 томата по 500 грамм. Литровое молоко. Хлеб очень вкусный. Вот такая большая булка хлеба, видите, батон. И 2 литра подсолнечного масла. Сразу хочу сказать, что примерно хлеб, может, подсолнечное масло, что какие-то вещи можно было в других магазинах есть, там чуть дешевле купить, это все возможно было. И сейчас я этот ролик делал именно показать для тех, кто не живет в Европе, для кого, для тех, кому это интересно.
Сколько обошелся вот этот набор продуктов именно в магазине Hofer? Вот тут наш чек. Есть. Просто каждое наименование не буду называть, не хотелось бы мне. Потом и как вам сказать? И если быть открытым, я не знаю, как некоторые называются правильно. Тут найду, но все смотреть по списку. Каждое название, что как стоит. Например, вот он чек, который видно. И вот цена 19 евро 36 центов. Весь этот набор продуктов мне вышел в магазине Hofer. Вот. Hofer, видите. Так что, грубо говоря, на 20 евро можно купить такой стол продуктов. Сколько вы на него покушаете, я не знаю. Вот так. И, конечно, здесь не хватает мяса. Я вот просто сейчас скажу, просто так как я не покупаю в магазине мясо, я покупаю исключительно халяльное мясо, резанное мясо по исламским канонам. И в магазинах оно чуть дешевле. Я просто боюсь сказать, к примеру, если так, навскидку в турецком магазине там за 5 евро, 5,60, 5,50, 5 евро, 4,50, по-разному варьирует цена, мясо можно купить за килограмм. Мясо недорогое, поэтому вы можете все сравнить. Вообще надо сравнивать соотношение цен и зарплат. Какие зарплаты и какие цены. На этом мы, наверное, закончим. Надеюсь, какая-то польза будет вам от этого. Всем большое спасибо. Оставайтесь с нами. Всем пока. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.